Паша Рамштайн, спасибо за донат. Давайте посмотрим, что может дать человеку высшее образование. Ну, тут уже видно по обложке. Так, что же может... Ты что, высшее образование ничего не дает? Ты выйди, блядь, на улицу. Чё оно тебе дает? Паша Рамштайна оно тебе дало, блядь. Лицу, товарищ, блядь, имбецил. Бля! Дошел Паша Рамштайн, как меня подъебать, типа, нашел мои видосы, блядь, те. Высшее образование тебе даст, да? Выйду на улицу, че я там, блядь, увижу? Паша Рамштайн стоит, блядь. Я! Блять! Я, блять! А реально выходишь, короче, такой? А там реально Паша Рамштайн стоит. Выйду-ка я на улицу. А блять, там Паша Рамштайн сейчас реально будет стоять и делать я! А вы говорите... Господи Иисусе, я домой. Блять, а вы... И после этого хоть кто-то может сказать, что у высшего образования нет никакого смысла, блять. Рамштайн, прости, но просто ты единственный, там, кто, типа, что-то делает на Ютубе. Ребят, все подписывайтесь на лучший канал Паша Рамштайн. Ну, тоже так, кстати. Я на него реакции не буду снимать, но это... Hold me, that's bad influence. Это... Теперь ждем шедевра с автотюном от пожилого Масяки. Тупалики. Блин, гитару мне принесут и прям сразу просто вообще. Эх, 10 лет назад я получила высшее образование. Интересно. Не зря, не зря. Ну что оно мне дало? Паша Рамштайн оно мне дало. Фикс прайс. Футболка из фиксухи. Ну, отлично, здорово, прикольно. Самоирония, хуирония и так далее, как говорится. Кринжанул с собственных видосов той еще давности. Вот. На самом деле, так честно, то есть, понятно, мне Сапрыкина ебаного подъебать хотелось тогда, но вообще вышка на типа индивидуальная хуйня, вот и все. То есть, ее должен, как бы, каждый это решение принимает сам, и ну, я считаю, родаки не должны особо ебать мозги человеку на эту тему. То есть, это зависит от челика. То есть, и от того, ну, типа, чем он хочет или не хочет заниматься, может или не может, и вообще, что он из себя представляет. Кому-то оно в хуй не упало и, блядь, хуже, чем армия, кому-то оно необходимо и очень здорово, интересно, полезно, приятно. Так что, как говорится, желаю всем не сраться с родаками, блядь, чтобы родаки принимали все, типа, там, такое, не знаю, что я пытался сказать. То есть, кто-то, кому-то стоит этим там озадачиваться, кому-то нет. Вот и все.